две сестры бежали от войны. Свете 8, Кате 3 всего лишь. Вот еще чуть-чуть и спасены за холмом своей, а значит воля. Но рванула мина сия смерть, впереди идущих дымно, гадко. И один осколок долетел и ударил младший под лопатку. Словно скрыть хотел преступный след, миллиграмм горячего металла. Ватник цел, и крови тоже нет. Только сердце биться перестало. Старшая сказала: «Хватит, Кать! Ведь и мне приходится не сладко. Ручку дай, пора уже вставать. Час еще, и будет все в порядке». Но, увидев Катин взгляд пустой, Света на мгновение застыла. И котомку, выбросив с едой, на плечо сестру свою взвалила. И откуда силы мне взялись? Но она бежала и бежала, только лишь, когда увидела своих, пошатнулась и на снег упала. Подошла к детишке медсестра, маленькую Катю осмотрела и сказала горестно: «Мертва». Света сразу в голос ревела. «Нет, не надо!» — разносился крик. «Люди, люди, разве так бывает? Старший брат Иван в бою погиб. Папу с мамой немцы расстреляли. Почему так много в мире зла? Разве жизнь сестры моей игрушка?» Медсестра за плечи увела с поля восьмилетнюю старушку. Ну, а Катю на руки поднял пожилой солдат из третьей роты. «Внучек», — он только лишь сказал, — «как же я тебя не уберег? В небесах закаты жгут костры, и ветра роняют свои вздохи. Словно тихо плачут две сестры, искорки безжалостной эпохи.